О происшествиях расскажет Ирина Чекунова в рубрике «Патрульная служба». 7 июля, Заволжский районный суд города Твери. Здесь решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому в поджоге женщины. Об этом диком случае мы рассказывали в патрульной службе. Работали на месте происшествия. На тот момент подозреваемый еще не был задержан. По версии следствия, 5 июля между сожителями в квартире, расположенной по улице Зинаиды Конопляниковой города Твери, на почве личных неприязненных отношений произошла ссора, в ходе которой мужчина облил женщину легко воспламеняющейся жидкостью и поджег, после чего с места преступления скрылся. Злоумышленник не смог довести свой преступный умысел, направленный на убийство, до конца. По независящим от него обстоятельствам пострадавшая была доставлена в больницу с диагнозом термический ожог пламенем, 80% тела – ожог дыхательных путей. Благодаря проведению сотрудниками Следственного комитета и полиции слаженных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий лицо, подозреваемое в совершении преступления, установлено и задержано по горячим следам. Сам подозреваемый в интервью патрульной службе сказал, что виновным себя считает частично. Все получилось случайно. Калечить свою бывшую сожительницу не хотел. А у вас с собой эта жидкость была? Нет. А где вы взяли ее? Она у нее была в руках почему-то. Это импульсивно получилось, да? Конечно. Она вас обидела? Да, мы ругались с ней. А давно ее знаете? 6 лет примерно. Вместе жили, да? Да. Вы раскаиваетесь? Да, отчасти. Вам сколько лет-то? 52. Вас как зовут? Михаил. Михаил. Вы работаете где, Миш? Сейчас нет. Так, дорабатываю. Работаю участником, водителем. Сейчас права у меня кончились, сейчас не работаю водителем. Угу. Надо восстановить права, но 10 лет прошло. Но не ожидали, что этим дело закончится, да? Конечно, нет. Убежали, страшно стало? Да. Не помогли? Я думал, ничего серьезного, во-первых. Там, а во-вторых, там и была подруга с другом. Они все видели это, свидетель же есть. Мне сказал, вызывайте скорую или делайте что-нибудь. По всей видимости, знакомые, ставшие свидетелями трагедии, и побежали в расположенную рядом подстанцию скорой медицинской помощи. Пострадавшая по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.